В Новочебоксарске вынесли приговор молодым людям, которые в мае этого года избили сотрудника скорой помощи. Инцидент произошел 26 мая в одном из дворов по улице Советская. Скорую туда вызвала компания молодых людей. Однако после того, как санитар вышел из машины, чтобы оказать помощь, один из них ударил медработника по голове. Затем к побоям подключился еще один молодой человек. После того, как видео попало в сеть, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Нападавших задержали. Тогда же выяснилось, что молодые люди уже имели проблемы с законом. Один из них был судим, а другой находился под следствием. 26-летний молодой человек и его 19-летний сообщник признаны виновными в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Кроме того, 19-летний осужденный также признан виновным в грабеже и совершении трех эпизодов мелких хищений. 26-летнему нападавшему назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а 19-летнему молодому человеку в виде 11 месяцев 20 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Приговор еще не вступил в законную силу. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.